В минувшее воскресенье в честь празднования Дня Матери инициативная группа регионального движения «Молодежь губернии» отправилась в гости к семье Бугаковых. Глава семейства Валентина Николаевна, многодетная мать, воспитавшая 7 детей, на данный момент помогает воспитывать 10 внуков. Самому старшему 39 лет, самому младшему 28-27. А самой старшей внучке 16 уже, а самому маленькому 4 месяца, вот он. Валентина Николаевна рассказала о всех сложностях и радостях материнства. Как отметила главная героиня, воспитание детей для нее не является сложным процессом. Бабушка помогала, сестра мне помогала. Бабушку мы в этом году проводили. Хозяйство было у бабушки, у маминых родителей. Они все у нас тут на одной улице живут. Работала продавцом. Всю жизнь почти. В детском садике это я. Ну, сначала в детском садике поваром работала, а потом уже вот так. Трудные годы начались, надо было как-то выживать. Все дети семьи Бугаковых нашли себя и успешно трудятся в различных сферах деятельности. Один у нас сегодня соревнование, у него один внук. Рукопашный бой. Выиграл там что-то, не знаю, к вечеру посмотрим. Знаете, все в садик ходят. Двое школьников, одна учится у нас в педагогическом. В Рязани. Старшая. В Рязани. Вот одна семья тоже у нас в Рязани. Эти тоже в Саратове вот были, приехали сюда к нам. Муж служит. Здесь работают. Двое иногда в проводе работают. Ребята у меня. Один в МЧС служит, один плавает. По окончанию встречи активисты молодежи губернии еще раз поздравили Валентину Николаевну, вручив ей небольшой подарок в честь празднования Дня Матери. Вы как никто достойны самых лучших слов поздравлений, как мать-героиня, вырастившая 7 детей, внуков, и у вас замечательная дружная семья. Видно, что в семье царит любовь, понимание. Я желаю вам здоровья, я желаю вам, чтобы всем хватало и на детей, и на внуков, чтобы все ваши близкие вас только радовали. С праздником! Ева Суслова, Георгий Буркин, Сергей Вакула, Ахтомск ТВ.